Я все отменил, а заново ордера появились. Это интересный момент. Хотя у меня этих русских. Вот откуда это все появилось? Я же все это отменял. И в IP-ключах у меня ничего там нету. Откуда это все могло появиться? Вот казалось бы, да? Ноль. Все, заебись. Заходим. Кошелек, спот. Сколько у меня там кошельков? Вот, просто ради интереса. Заходим. Просто, предположим, линк. Да, вот заходим в линк. Торговать. И сколько он меня здесь покажет? Открыть ордера снова. О, блядь, это надо что-то делать. Это снова заходить на Трикомас. Там все удалять, что ли. Хотя опишек нету, еще раз говорю.